когда рейд очень сильно проседает, мне, конечно, выгоднее рейд поднять, защитовать. Я не Там хилы успеваю. есть. Доброй охоты. Вакч. Что? Ты видишь, что я тебе пишу? Да. Чё ты молчишь, блядь? Наверное, я занят, поэтому и не ответил. Ты так не думаешь? Ну, сейчас ответь. Серьезно, ты про Джайна пишешь про нее, блядь? Ты, блядь, профа босса снова убить не можем. А кто такая? Он мне, кстати, в Раску напоминает, только в упертом состоянии, блядь. Блядь, а меня реально никто не слышал, что я говорил, блядь, красный выходит, или что? Тебя никто не слышал. Заебись, чё. Понимаете точно. Кто ты говоришь, отошёл? Но дальше при условии, что тебя никто не слышал. Это можно было увидеть. Блять, на стриме, вьюбойт стрим есть? Будет чекнуть потом. Я не стримлю, просто записываю. Ну какая разница? Ну прочитай потом, Полин. Ну стрим. Контакты. Че? Пресните, пожалуйста, мне, я вот тут в углу. Это на пул или на готовность? Ну, что зачем ты делаешь чек сейчас? Мы даже не встали. Потому что люди, которые лежат. Да нет, чтобы это твое право. Нет, что? Бойт. Пресните, пожалуйста. Шестава, подойди, рейси мне. О, хорошо. Спасибо. А вопрос, там возникают вопросы, что не плюнули в зеленый в пе, а в него типа обязательно плевать? Зеленого мы плюем, чтобы замедлить его. Нет, я знаю, в первую зеленый да. Не плюется иногда, это нормально. Нам очень надо. Чего, блять? Какой нахуй зеленый не плюется, все плюется и в красного. Обычки может не придется. Придется, потому что у нас ДПС. Ну, в ХМ-ке, я думаю, так не прокатит. Понятно, в общем. ДПС не хватает, чтобы убить, что не клюя. Так, сейчас все было абсолютно анонсить. Абсолютно все. Но за косяки будем вычислять сразу. Как люди будут стребоваться. Мгновенная паха. На баф. Пахавай, говорю. У тебя бафа еды нет. Да я чё-то мгновенно уже должен был поесть. Отличные новости, народ!
Здесь Азерот! Все, лево. Войт, скажешь, как стопнуть? Стопы! Все встали под зеленого, ждем. Отлетаем в стену, потом заходим, отлетаем в центр. Добили. Как добили, все под босса. Все под босса. Переводите, бейте. Стоп. Член паста. Клёнул. Клёнул. Микадзе побежал. Переводим. Красная колба в красную метку, зеленая колба в зеленую метку. Это баф. Быстро разбежались. Когда красного бьете, поможете зеленого идти далее. Захил, захил. Войт классная, выдаешь мгновенное. Что? Это еще откуда? ДД в кучу сразу же сбежались. Или попавши. По друидам и крестам. Сбежались пельмени. Сбежались обратно. Под зеленого. Все под зеленого встали. Же подними до центра. Я вот стенку устал. Все, все встали. Кучнее, кучнее. Кучнее, чума. Разбежались теперь. Поднять рейд. Сбежались и быстро сбежались. Красный выходит. Смотрите за противоположным боссом.
Жалость. Где вы на перефазе? Сопли летят. Правильно. Все под боссом. Прохил, прохил. Блять, прохил, ебать. Гимн на ХП, классное. Чё, я в ОБ плюнул. Пиздец, ты вовремя даешь. Так мне добежать надо было. Сказал сразу, что тебе надо было давать. Прикольно. Блять, быстрее бегите за ним. Я прожил. Быстрее добейте зеленого, а то бардак полный происходит. Сбежались все. Не забирай. На четырех стаках засирай. Не забирай. Я услышал, забирай. На четырех стаках. На четырех стаках. Будь внимательнее. Вернулись обратно. Быстрее соображаем, вернулись обратно. Advance, блять. Две. Забирай, забирай босса. Сковато. Зайди чуть-чуть, чуть-чуть. Поднимите. У меня сейвов нет. Поднимите. У меня сейвов нет. ДД чуть левее отойдите, а то очень близко стоим. Забирай кого. Бежали. Всех. Ох ты дела. Убивайте 1 000 000. Хватка жми. Выжили. Слава ревностному защитнику, да? Нет. Это еще раз лежит. Блять, а че на ниче будет, мне интересно, вот, блять. Ну, по факту. Интерес, интерес, через гору перелез. Неплохо нас, оказывается, саппроты бустили с такими хилами. А что хилы? Нормальные хилы? Мне нравятся хилы. У нас хорошие хилы. Ну хуй знает. Ну получается, вагонили нас исключительно саппроты. У нас сейчас не тот, мне интересно, типа вчера РДД зона пиздецкая сильная была, где они... Типа там скаты вообще умирали, а стрим стрел, блядь, наваешь. Сегодня я хуй знаю. Так, у меня есть 15 минут. То есть, если мы за один трай не убьем, мне надо будет отойти минут на 10. Если что, меня заменят после этого трая. Конечно, заменят, переживу. Окей. Я япончику говорю. Хилы ГП сегодня уже получше. На кота колба дерьмо? Конечно. Почему? Попробуй, почему нет? Ладно, да? Попробуй. Послушай его и попробуй. А что еще адванс у меня? На адванс еще. Слакает много. Thank you.
Ну, если 4 хила, у нас 5 хила вроде, да, было? Значит, 5 вроде ставить ГП. Если ваши хилы виноваты. Ну, там один не сдох хил от пельмени. Че вы в смысле, все в 4 хила, блядь, поймали пельмени и сдохли, что ли? Да. Да. Это скилл называется. Кават у тебя прокнул ревностный или нет? Да. Бесь. Повезло. Это был бы какой-нибудь медведь, пиздавай был бы. Заебись. Undead Worm, да. Уходишь на замену? И на то, что паладин. Зачетный рейд? Причина твой ДПС с Орфангом. Ебать. Вспомнил, конечно. 17-я позиция с Орфанга, 14 косарей. Соло таргет. 13 мая 43-го. Я помню те времена. Дима, ты там был? Да, мне брали на стрит. Дима, ты там был? Конечно. Адвент? Такая же причина, 12 косарей соло таргет, уходишь на замену. Хочу чипсы в рейд. Япончик слышал, после этого трая надо будет отойти. Да. Да, я сейчас отдам. Че, дайте приставку, пожалуйста. Галина, дай пристабав, пожалуйста. Мгновенное выигрывание, мид выдаешь. Отдайте ему питомца. Спасибо. А у тебя нету, что ли, мгновенно? Да, да, да. Мид выдаешь, дай мгновенно. Я тебе дам. Это мой друг по горю. Кость глута передал, я тебе мид выдаешь. Да, все правильно, кость глут получил. Я... Так, что там, кого касочку еще дать? Если, пожалуйста. Поваром дай каску. У тебя, блядь, есть каска? Еще одну давай. Нихуя не дам. А вторая люди прота на тебя. У меня, кстати, на Варе МП5 нет, блядь, что за хуйня? Ха-ха, блядь, шутить. Блядь, надо, стой, подожди, блядь, надо усилки скинуть, нихуя себе. Так, ребята, разбирайтесь пока что с усилками, я вам дам 2 минуты брейк. А еще у вас есть 2 минуты, чтобы найти себе сапрот и выпить его. Будапешта возьмите. Да потом не было, ой, дайте сапрот. Бля, пиздец, я бил со 150 усилками в стамину. Ой, дайте сапрот. Жесть какая. Камушек, аукцион, сумон. Блядь, дайте голды тогда. Для тебя, дайте, короче, по скидке ваниль продам за 1к, нахуй. Красава. Ой, блядь, чё-то спать охота. Должен по распек делать, мне кажется, на усилки также, простите меня. Сейчас мы пришли читать. Он тут... ИП запрофанал. Лёша, тебе доступ нужен, понимаешь? Да он на прошлом КД убили его.
А за синдром была? Да что-то ей по КП не открывается. Хуёво. Да постоянно сбрасывается кнопка устаревшей модификации и график. Чё тебя Уца не интересует? Ты хотел глянуть, кто где? У тебя приор 15. Нормально. Кто тебя интересует? Я да скажу. Да на самом деле с этого босса мне ничего не интересует. Да и со следующего тоже. Лёш, хорошо, я поняла. Хорошо, Полин, я тоже понял. Женечка, а тебе... Не тебе ответить. А я тебе ответил. Молодец. Возьми с полки огурец. Почему ты не хочешь в рейд со мной? А я люблю холодец. Блять. Был такой один паладин, отец холодец у него ник. Да я просто рифму ищу, вот и все. Так, Полин. Перерыв закончился. Разобрались с сапротами, с усилками. Полин, почему ты не хочешь со мной в рейд? Любовь прошла, завяли помидоры. Ты же помнишь переписку в гильдии, да? Ебать. Ну чё, мы же можем дружить. Есть у кого сапрот спал, верну? Конечно, брат, есть, дать тебе? Да чё же так, Полин, его отшумаешь? Любовь прошла, можем остаться друзьями? Ну, ну да, можем, наверное. Но не нужно. Спасибо, да. Кават, Луцинь у нас в танках. Полин, Кават, ты у нас посидишь на боссе, Луцинь посидишь на трэше. Полин. Может, ты помолчишь, мы это послушаем? Что япончику скажет? А, да, да, конечно, конечно. Да мут ему дайте просто и все. Да, блядь, за что мут? Я сказал, давай, говори. РЛ говорит, блядь, ты его прерываешь. Ты что, глупый, что ли? Да я замолчал уже. Еще раз, Луцинь на трэше, Кават на боссе. Сумоньте людей, которые еще в Долоране нас находятся. Раз, потому что присутствуют. Кого там еще нужно? Глора в рейде нужна? Конечно. Да успел кому-то. Так, ставлю рыбу. Каску обновите. Мага, кому там Глора нужна в рейде? Вообще не в курсе. Сначала нужно выбрать человека. С руками оторвут. Вульфсар, например. Вульф весь только на третий спек, видимо. Ну, Байера будем брать? Фулл бафы, ребят, раздавайте. Да, можно, конечно. Скорда идти. Лучше сдохнет, пускай. Он бил уже с нами. А, это нормально, Байер, да. За место хренята дают, да? Да, да, иди. Вместо кого будет лучше? Кто там по ДПС послабее? Микадзе, ты? Потому что у него 4 Т5 нет. Микадзе, да? Микадзе, тебе с лича что-то надо, нет? Ну и все. Портанист, да, 5 как не надо, убить нахуй, не надо что ли? Нет. А мы Кирса не хотим закинуть в рейд, чтобы хоть дамаг был? Он, ваш Байер хочет умереть с була. Он бить не хочет вообще. Давай, хотя да, бы РДД дамаг взять. Был какой-то у нас. Вот смотри, медведа ешь, вряд ли что-то может взять с лича. У него низкий приор. Прям очень низкий. Лучше милика поменять какого-то, чем РТД. Не говори про меня, блядь. Вообще, лучше кого-то милика поменять. На РДД, типа. На лока желательно, на какого-нибудь. Так, черный, мы тебя ждем. Как заходишь, встаем на позиции. Так, все, зачетный здесь, запускаю босса.
фласку можем пить, да? Пошутил, нельзя. Неужели прибыли наконец? Он сказал спрыгнет, потому что жена там что-то орёт, ругается. Мне бросить ледяную скорбь. Напоминаю, сопроток. На твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Потом мне говорите. За то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде. Очень, ребят, попрошу никому это вместе со мной не говорить. Отчаянные книги послужат доказательством моей безграничной мощи. Вага, у тебя промоук есть? Да, вижу. Тебя поставишь на комнате. На пол дали хава. Милики. РДД тоже вниз. Чума сейчас будет. РДД. Мгновенная. Не успел вынести. Что дисплей? Какая разница, он не успел вынести. Диспелить надо в любом случае. Меняет диспел? Спасибо. 4, 3, 2, 1. ДД. Энджи вниз. Где хил? Падаем. Заходим в лужи. Я тебе говорю, я диспелю. Они даже не добегают. Так хоть добежал, хоть нет, надо сдиспелить. Чума-то убивает с первого тика. Или что, или как-то по-другому мы играем? Да нет, все правильно. Увы, не достают до вас в миле. Давайте поэтому еще один трай. Пусть лучше экспал диспелит, а ДСС он читует. Так, чтобы доставать, наверное, поближе надо встать, не? Наверное, вам поближе надо встать. Как это вы не достаете, блядь? Не знаю, я по КД не достаю до вас. Сейчас сделаем, чтобы доставали. То достаю, то до половины не достаю. Вот РДД идут через кружочек. Можно. Через кружочек и луну. Прямую линию видите? По этой линии вы идете к краю. Милики с лечом идут через ромбик и треугольник. Прямая линия. Вот, все прекрасно достается. Какие проблемы? Вот по этим линиям идите, и все будет доставаться. Даже если человек в рейде стоит, его надо диспейлить. Потому что он умрет. Они дотягивают до тебя. Ну вот сейчас я поставил метки. Вот сейчас до всех будете доставать. Абсолютно. А если вы без меток не можете добежать до рейда, до миликов, до танка и до еще кого-то, то будут метки. Инна. Что-то девочку угнать, если ты обнаглел. Я вообще-то каску хочу ей дать. Где Алястра? А у меня кнопка-то по серым горит, я не могу тело покинуть. Сейчас перезайду, может. Просто пропиши, лох. Подожди, не перезаходи. Сейчас тебя выкинет с инста. О. Скажешь, как выкинет.
очень мало бьешь. Ну конечно. Лича увели далеко, не достаю до него. Квад там на минуту отошел еще. Так, на микрацию. Вы кого сейчас собрали? Кто у нас сейчас ушел? Алястра выкидывается с инста, у него там забагалось. Сколько секунд там у тебя? Выкинул? Да, сейчас. Где появился? Возле целительницы двух. Тело где твое? А, тело у зацелка. Вот валяется. Вот какие зацелка. На минимапе валяется возле... Он когда в инс зайдет, а, тело появится. А ПР встает? Нет. Алястра. Что нам с тобой сделать? Что там? Он летит. Он летит. Я лечу. Летел вдалека. О, все, отлично, я бегу. Давайте еще раз рыбку ставлю. Да вон же стоит. Надо свежую. Стоять к нам, беги. Сейчас тогда пробафаем и начинаем. Так, вставайте на позиции, ребята, сейчас будут запускать бус. Шо, берите парашюты, не видно вообще ничего. Вот и запустил. Быстрее разбивайте, разбирайтесь там по бафу, по всему. Хваленой силы света, мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордри. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Так, Байера, есть вдох на бритище. Ривелли, с нами побьешь немножко, ладно? Да, здорово. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Пуховато. Да будет так. Герои, в атаку! 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. РДД. Скоро чума будет. Милики, Эдвар. РДД. Скоро чума. РДД перебежали, нямка выше. Сам себя. Парада.
Сколько, да? Поближе чуть-чуть. Встаньте, чтобы доставали. Чума будет. Перебежали РТД. Маск вышел. РТД перебежали. Паркайся. Я шот. Я вот. Падаем. Почему тебя шотнуло? За 2 секунды мне прилетело 90-100 тонн. 2 секунды? У меня да. Танков. Местами. Так, ладно, давай. Ты будешь, да? Нас на бойсе, да, а сейчас надо на 10 минут отойти. Вот ты на боссе, коват на трэш. Кирса надо в рейд. Эл-Рей мгновенная, хотя бы на третьем пуле, но у вас появится сапог. Ух, ёпта. Кидаю ГПС, завтыкал. Вопрос вообще очень интересный. Срез типа 2 минуты еще, да? Да. Кирс, ты нас слышишь? Кирс, заходи в рейд. Ну, он глянь. Даже не 2 секунды, а 1.5. Помощь друидам нужна без права на лут. Такое. Так, все, отошел. Блин, твоя помощь всегда нужна. Моя помощь уже никому не нужна. Мне нужна. Ждение реса 10 секунд, блядь. И от меня уже ничего не нужно. Все, рез, Тима, срез. Ну, мне нужна, блин. Да лок, а ты хили через танка, который уже сейчас плохо. Конерсу, Монти Кирса. Так, Войт испекнулся, да? Хорошо. Сумантики разгорно. Ну, шкаф стоит, нет? Что-то не вижу. Где? Стоит, стоит. Он может интеллект, он поможет. Так, ребят, давайте сделаю крайний чек. Число ничего. Все танки у нас разобрались, да? Только выдержит. Войд.
Разобрались, говорю? Заслуживаешь за то, что замучил его. Салата, так понимаю, все хорошо. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но пора, да? Служат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Как давайте на кого это? Ребят, не пишите ПМ, я не в игре, у вас рейд идет. Блять, это нормально вообще, ебать? А это смерть при пуле. Я просто стоял на месте, типа развернулся, то он ебал. РТД. Скандер. Танки, кабат. Вот тогда перебежали. Немка вынес. Не спать, я не забыл. На танке воет, милики перебежали. Это сейчас чуму диспелит шикарно делает, продолжается. В эту же прям секунду перебежали, РТД. Ляс. Росгор. Ляс, вернись еще раз, чума, ляс. Сколько там чумы? Шикаря. РТД. Алиастра! Я картинка встала. ДД. Вне или бернте? Подними. ДД перебежали. 2%. На втором духе не сильно вливай. Дайте татку нагореть. Один на пол. ДД, наберите ренджо между собой. Начинайте играть по сфере. По сфере. Все в центр под боссов, сферу убейте. Хорошо. Под морду духа не лезьте только. Все за спину встали, ждем валик. Давай, будешь танчить? Энджи, подними Ваниэля. Где-то там он платформа. Осквернение 5 секунд. После осквернения встанешь. Я уже встал нормально. На хильте только. Мафы дайте по паладинам.
Все под босс встали. За спину. Сквернение. Перед валями не выносим. На классный. Ромбик хил. Сначала будет осквернение, потом будут вали. Мы Геру сегодня увидим. Дались. Геру дайте. Почему ее не дали после первого осквернения? Первелли. Все под босса. Босса в центр. Маны просто отцу. Пару инеров. Заливаем, Вали. Осквернение 5 секунд. Блять, не кидайте этого уделщины. Скандер. Все под босса. Сейчас опять Вали будут. Печеньку разбиваем или как? Нет раз. Сквернение. Зачетом. Бьем, Валик. Тут заражение даже не прохиливается. Вот вообще нет никаких. Пустите меня шаманом. Заходи. А мы просто что будем делать? Шаманом? Что ужасное какое-то СЛК. Ребят, если не хотим вообще сегодня никого убивать, ну давайте не будем убивать. А можно спросить, почему, блядь, пальки, блядь, летят в разные стороны, блядь? Почему так происходит? Нас одна Валя улетает в другую сторону. Нас обычно Локи туда. Ну окей, я плюсану. Кому плюсовать шаману? Мне. Точно, когда разрешаете принять? Да. Ну это как бы уже надо у Ваги спросить. Вагабонд. Шаманом нет. За один друида. У нас ням, когда есть, который может в рестору спекнуться и нормально похилить. Мне кажется, нужен один рестор, друид. В Т5. А как она шаманом зайдет, если она вчера в целка ходила, нет? У нас не было целка. У нас был два дня подряд ОКХ, ну, обучка. Или ХМ, не суть. Мифик. Мифик, ага. Я правда не знаю сейчас, что будет с этой мышкой. Ну да ладно. Спекаю. Ну если нямка этот лучше хилит, может ему тогда спекнуться? Полин, это на ком? Друид,
Я не знаю сейчас, чем я вам помогу, друидам, потому что заражение надо массой прохиливать. Ну, черная ночь, берите, пати. Нижний там, ладно. Ванель. Че? Ты сейчас стоял, значит, не со всеми на лестнице, а внизу, да? Да. Правила сейчас. Можешь прочитать, пока пул не случился. Где она? В Дискорде. Правила гильдии. Окей. Я не знал. Ну, ты сам видел, что он просто развернулся, дал мне тычку. А ты как думаешь, если все мелики стоят наверху, это на что-то должно намекать или нет? Наверное. Ну, я и там стоял. Это камни. Пойди. Ты на замене. Так. Это серьезно, Вага, ебать? Я тебе не просто так сказал, почитай правила гильдии. Надо глянуть, или надо глянуть потом, блядь. Короче, я не знаю, что там Вага делает. Полина, ты где? Я не могу тебя... Можно побыстрее? Я не в гильдии. Я на гильдии. Ник черной ночи. Перебить всех я не могу. Я это два раза сказала. У меня на один пул мне надо будет отойти. Я приду. Либо мы пулим, либо я не знаю. Ты япончику в ПВП сани, да и все. Не в гильдии. Она у меня работает только в гильдии. Не чёрная ночь, а чёрная ночь, наверное, да? Видишь, ребята знают. Спасибо, Клангон. Какого у меня тут сопрота нет? Сейчас это до 6 хилов, ребята. У меня тут сопрота нет. Всё, мало. О. Я не знаю, сколько он сейчас стоит. Давай 200. Так. Хотя нет. Херня, мгновенная. Давай ты прыгай в свой мейнспек. Прыгай в свой мейнспек. Мгновенная. Сейчас попробуем так пойти. Быстрее разбирайтесь там с папой, я запускаю босс. Мапу дайте. Неужели прибыли, наконец, хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться... Это будет мало профила, я уже не знаю, что делать. Просто будем спекать 6-го. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Сейчас я скажу, более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил... А там еще метки в Далара не бегают, не всех захилить. Ты пройдешь через эти мучения, но я увижу, в чем проблема. И будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои, в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель себя пропустил рождение его. Снова таргет. Снова таргет. Нямка. РДД. Thank you.
Нелики отбежали. Мгновенное. Опять нету чумы на Шаркаре. Нелики отбежали. Быстрее выносите чуму. Следующая чума, РДД перебежали. Ковать. БД. Чему сейчас вынести, милик перебежали. Разгорн. Так, для чего есть? 2% у босса, 1%. Переводим. РДД перебежали. О. Что здесь поля? Да вроде да. Есть там одна. Сфера сейчас подойдет. Активнее по сферам играйте. После первого осквернения просто отец дашь Геру. Смотрите, как мир. Сферу убить. От лицо духа не поделись. Энджи поднимешь мгновенно. Быстро баф отправил. Сквернение, ребят. Про центр, надеюсь, помним, что центр мы не заливаем. Прохил чуть-чуть. За спину. Энджи. Особое приглашение, 5 секунд сквернения. Классно. Добиваем валь, льем осквернение и все подбоссы. Осквернение. Сбежались под босса. Быстро. Ёб твою мать, блять, талок! А мне пофига, я тебе говорил, да? Может, вернусь, не знаю. Там не он. Там он выносил, а другие люди задели. Пена выросла. Вопрос, а все лагают или нет? Подлагнуло, кстати, да. Достаточно сильно. Вот до, по-моему, третьего осквернения. Пока били босс. Сейчас вроде норм. Саш, просьбу можно? Дай, пожалуйста, 6 приоритетов на силок и на тряпников.
Мне лишний хитар нужен. Я тут. Чипончик, поменяем его. На кого? На лагающего Алиастру? На недоразумение? Я говорил, что через 2 часа надо будет уйти. Я же говорил, блядь. Намикадзе, блядь. Сумайте намикадзе. Я вернусь. Ты полчаса. Можешь не вернусь, не знаю. А мне не слышно было? Я же сказал, я пришел. Хорошо. Вся уже нормально, домашний 20-ку даешь же.